движемся друг за другом. Соблюдаем правила, на светофорах останавливаемся. Поддержать предстоящий субботник колесами и фарами решили участники самарского движения «Дороги 63». Александр Кургузов неравнодушен к общественной жизни уже более 3 лет. Говорит, субботники только в радость. Сам с удовольствием выходит и окружающих призывает. Считает, чистотой в городе должен сиять каждый уголок. Дороги же тоже грязные, они также пачкаются. И машины тоже из-за этого очень сильно пачкаются. Поэтому надо следить за чистотой везде. Начиная дорог, заканчивая парков, скверов, аллеи, улиц. Автолюбители говорят, если на улицах города будет чисто, и машину мыть придется реже. А это экономия денег и времени. Уверены, на стражу чистоты прежде всего должны вставать сами жители. Вся чистота и качество нашей жизни зависит в первую очередь от нас. Мы сколько угодно можем ругать и власти, и ответственных. Но в первую очередь мы, конечно, должны делать собственные шаги первые. Поэтому мы идем на субботник 18 числа и, в общем-то, призываем всех тоже выходить. Чтобы не создавать препятствий на дороге, долго колесить по городу общественники не стали. Завершился автопробег около Дворца спорта. Напомним, общегородской субботник состоится 18 апреля. К участию в благоустройстве города приглашаются все жители. Всю неделю активисты движения «Дороги 63» будут раздавать горожанам специальные наклейки. Подробную информацию можно узнать в сообществе в соцсетях. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.